75 лет отмечает сегодня одно из ведущих медицинских учреждений Чуваши – Республиканский противотуберкулезный диспансер. Сама фтизиатрическая служба начала формироваться раньше, в первые годы советской власти. Однако диспансер на 20 коек в Чебоксарах открылся только в 1937 году. В истории противотуберкулезной службы Чувашии можно выделить три наиболее ярких периода. Конец 30-х годов, создание диспансера и формирование сети кабинетов во всех районах республики. 70-е годы, когда появились передвижные флюорографические установки. И наши дни по целому ряду причин. Отделение лучевой диагностики самое большое в республике, учитывая поток пациентов, и самое передовое в плане оснащения. Цифровой комплекс, установленный здесь, может обрабатывать до 10 кассет. Изображение с них передается на компьютер врача, впоследствии по сети всем участникам лечебного процесса. При необходимости снимки можно распечатать на рентген-пленке. Бактериологическая лаборатория диспансера считается одной из лучших в России, а в Поволжье вообще уникальной. Новые технологии позволили сократить процесс диагностики с 90 до 42 дней. Если обычный лабораторный метод исследования не приносит результатов, применяется инвазивный. Помимо диагностических манипуляций, в хирургическом отделении ежегодно выполняются более 150 операций на органах грудной клетки и при туберкулезе, и при других заболеваниях. Ассимиляция опыта, многолетнего опыта нашей фтизиатрической службы Российской Федерации, ассимиляция опыта международных партнеров, она приносит свои плоды. У нас на сегодня, можно сказать, что определилась стойкая тенденция к стабилизации эпидемической обстановки. И наметилась положительная динамика. То есть только за последние 5 лет у нас уменьшилась заболеваемость туберкулезом, распространенность этого заболевания. И что радует, уменьшилась значительно на 46% смертность от этого недуга. Вот, естественно, мы рады полученным результатам. Мы рады за тех пациентов, которым вернули здоровье, которым вернули жизнь. Туберкулез давно перестал быть болезнью бедных. Сегодня это заболевание относится к социально значимым. Ущерб, причиняемый им не только больному, но и всему обществу, очень велик. Как правило, туберкулез поражает взрослое трудоспособное население. Следовательно, это не только оплата больничных листов, но и выпадающие доходы. К тому же само лечение для пациента бесплатное, обходится государству недешево. Стоимость только лекарственных препаратов на один курс лечения от 6 до 600 тысяч рублей, не считая стоимости пребывания в стационаре и трудозатрат медперсонала. Но цель оправдывает все средства. Противотуберкулезная служба Чувашии считается одной из самых эффективных в России. Ваша республика на сегодняшний день делает очень хорошие шаги, и по некоторым показателям вы уже начали превосходить и республику Татарстан. В первую очередь это касается результатов лечения больных с вновь выявленным туберкулезом. Это очень важный показатель, поскольку имеет значение не только, выявили мы больного или нет, а самое главное значение имеет, вылечили мы его или нет. Вот в этом отношении я могу сказать, что Чувашская республика идет уже практически впереди всех субъектов Приволжского федерального округа. Это очень большое достижение, этим ваша республика может гордиться.